Всем привет, ребята, кулята, на связи Викуленок. Это яйцо наделало много шума у меня в комментариях, да и вообще на просторах интернета. Кто-то его может получить, кто-то не может получить, кто-то получил, но хочет получить еще, но у него не получается, яйцо не спавнится. В общем, давайте разбираться во всех этих делах, как всем угодить, чтобы и вы могли получить много яиц, и вообще его получить. Подробности в этом видео, не переключайся. Хорошая новость, Star Pets вернулись! Теперь вы снова можете покупать, продавать и обменивать своих пэтов на лучшем маркетплейсе по Роблоксу. А также для всех моих новых подписчиков они раздают бесплатно пэтов. Заходи на Star Pets GG, а также на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Первая проблема – это самое главное. Яйцо могут получить только те, кто дошел до уровня яйца, и второе – прошел игру полностью. Если вы вдруг получили яйцо и умерли на последнем уровне, яйцо вы не получаете. Также, если вы получили яйцо и вышли из игры, яйцо вы тоже не получите. Игру надо пройти полностью, пока не появится вот такая картинка на экране, что вы действительно получили яйцо. Потом поищите внимательно в своем инвентаре, яйцо не отображается в начале инвентаря. Все дело в том, что яйцо можно будет открыть после 25 декабря, поэтому яйцо как бы неактивное. И оно у нас где-то там в середине инвентаря, честно говоря, сразу я тоже его не нашла, искала прям вручную, долго, и потом нашла. Так что яйцо в инвентаре у вас будет, смотреть внимательно. Это первые типичные ошибки, с которыми вы можете столкнуться. Самый главный вопрос, можно ли получить еще и почему яйцо не спавнится. Кто-то пишет, что яйцо спавнится очень редко, кто-то пишет, играйте на VIP-серверах. Ребят, сегодня целое утро тестировала, проверяла, но яйцо мне больше ни разу не заспавнилось. И я пришла к выводу, что яйцо можно получить только один раз. Но многие в комментариях пишут, что получали второе, третье яйцо, и кто-то хочет даже накопить себе в районе 100 штук. Тогда в помощь нам придет твинк аккаунт, а это ваш второй, третий, четвертый аккаунт, которых... К счастью, у вас очень много. Я исхожу из опыта прошлых всяких различных получений в Adopt Me. Поэтому, ребят, заходите с разных аккаунтов, получайте яйца, но затрейдить, к сожалению, на основу вы пока не сможете. Яйцо вы можете уже передавать только после 25 декабря. Так что вот такие вот пироги. И да, самое главное, если вы вдруг не можете получить больше яйцо, оно у вас не спавнится, а аккаунты вы создавать не хотите, то, ребят, не спешите расстраиваться, за прохождение этой мини-игры дают большое количество пряников, и за них вы сможете, например, купить себе много пэтов, и потом их поменять на это яйцо, поэтому, в принципе, можете дальше продолжать играть. Главное, не терять интерес к игре, потому что игра действительно интересная, не надоедливая. Например, я не покупаю теперь меч, а вместо покупки еды и меча я покупаю пряники. Дополнительно 500 пряников, мне кажется, это отличный бонус ко всему этому прочему. И, кстати, до той локации, где должно было спавниться яйцо, спавнится всегда меч. Поэтому, если вы вдруг не купили меч, а обменяли его на пряники, как я, ребят, в конце игры, перед финальной битвой, у вас все равно будет меч. Поэтому вы в любом случае победите этого монстра, получите очень-очень много пряников. В одиночку играть, кстати, тоже можно, вообще прикольно, все зависит только от тебя, игра интересная, ну, на самом деле, разработчики прям огромные молодцы. Поэтому не стоит расстраиваться, получили вы много яиц или нет, в любом случае, игра дает вам шанс все равно получить плюшки от игры. Ну, и также, ребят, поскольку это яйцо получается только один раз, оно будет цениться. Это тоже нужно учесть, поэтому можно, в принципе, и потрясти свои старые аккаунты, чтобы насобирать себе побольше яиц, чтобы потом можно было их поменять. Кстати, кто-то предложил, что из яйца может выпасть ледяной коготь. Интересное предположение, правда ли? Кстати, пишите в комментариях, что может выпасть из этого яйца. Ну, а я пошла узнавать для вас новую информацию. Рада была бы с вами. Всем пока-пока.